14 августа в главном книжном прошла презентация книги «Банкротство застройщика. Теория и практика защиты прав участников строительства» кандидата юридических наук и руководителя юридической компании «Деловой дом» Алексея Кузнецова. На встрече Алексей Кузнецов рассказал об объективной и эффективной финансовой несостоятельности организации. Из своей юридической практики привел примеры нескольких ситуаций и путей решения в вопросах банкротства застройщиков. Рассказал о причинах банкротства и реальных сроках возвращения финансовых вложений дольщикам. В заключение встречи Алексей Кузнецов проконсультировал всех желающих участников вечера по юридическим вопросам и подписал книги.